Конечно, знаешь. Страж, привет. Помнишь ту базу Кабал? Ее держит приятель Гоула, кровавый страж по имени Тумас. Мы узнали, что у него есть доступ к Всемогущему. Ты проникнешь на базу, украдешь корабль Тумаса, на нем доберешься до Всемогущего и выведешь его из строя, пока он не взорвал наше солнце. И сделай мне одолжение. Заодно прикончи Тумаса. Дашь сигнал, и мы пойдем в атаку. Отвоюем город. Я уже не надеялась, что ты вернешься из своего путешествия. И тем более не ожидала, что ты приведешь с собой авангард. Только посмотри на нас. У Красного Легиона нет шансов. Лучшего выбора и придумать нельзя. Я знаю, что ты хочешь летать, но ты мне нужен здесь. Кроме того, что станет... Страж, тебе предстоит нелегкий путь, поэтому я посылаю Холидей с чем-то особенным. Эй, насколько особенно? Никаких остановок. Надо пробраться на объект и захватить транспортник Кабал. Мы должны добраться до Всемогущего любой ценой. Завала, мне нужно кое-что у тебя спросить. Когда ты сказал нашему стражу, я цитирую, «Мне нужен Кейт», ты ненароком, ну не знаю, не прослезился? Холидей, докладывай обстановку. Внесите в протокол, не отрицал. Скоро прибуду, команда. Птичка неповоротливая. Thank you.
Приветствуйте, ящера! Ты привезла нам танк? Что делает танк? А почему мне танк не давали? У тебя он сразу сломался бы. Обращайся, если тебе понадобится еще одна бронированная кроссовка. У меня таких много. То есть мне ничего, а им танков сколько угодно. Ясно.
думаю, что нам удастся пробить эту дверь. Где-то должен быть пульт управления. Нам нужно найти пульт управления этой дверью. Он должен быть где-то здесь. Thank you.
будьте начеку. Транспортник уже заведен. Вам нужно поторопиться. На том транспортнике Думас. Сейчас он ваш ключ к всемогущему. Вперед! И, конечно же, у Красного Легиона тоже есть танки. Они убрали мост. Пересечь пропасть не получится. Оу, твой супертанк не умеет летать. Вот досада. Теперь нам ничто не помешает. Если ты не собирался давать мне танк, то зачем послал за мной нашего любимого стража? Я нахожу твои рискованные методы, когда ты все ставишь на карту, эффективными и воодушевляющими. Конечно, но в сочетании с танком воодушевление гораздо больше.
Мы почти что выбрались из туннеля и подходим к транспортнику. Отлично. Последняя преграда на вашем пути к всемогущему — Думас Несломленный. Он кровавый страж, один из избранных Гоула. Красный легион умрет за него. Так почему бы им в этом не помочь? Они окружают транспортник щитами. Погоди, видишь те генераторы? Чтобы попасть внутрь, нам нужно их вырубить. Отключен, но корабль вот-вот улетит без нас. Не дайте ему взлететь. Пара снарядов выхлопные и дело в шляпе.
вечном приколе. Пойдем искать Тумаса. Отлично, Страж. Кейт, когда все это закончится, я поговорю с Колидой насчет танка. О, и я по тебе скучал. Готово. Мы на транспортнике. Хорошо. Ваша цель — Тумас Несломленный, один из избранных Гоула. Коды, ключи от его корабля — ваш билет на Всемогущий. Пока вас не было, Хоторн с ним уже столкнулась. Не зря их зовут Кровавыми Стражами. Я бы сказала осторожней, но... последней команде это не помогло. Найдите командный отсек. Там будет Тумас Несломленный. И сломайте его.
Мостик должен быть над нами. Давай найдем консоль со схемой корабля. Будьте осторожны. В команде, которую я потеряла, были отличные бойцы. Из самых лучших. Наш страж справится, Хоторн. Для нас это обычное дело. Не теперь. Насколько я помню, без света вы от меня не больно-то отличаетесь. Дверь заперта. Осмотритесь, всегда есть другой выход. Сверяюсь с чертежом. Ага, полезай в тот воздуховод. Он ведет туда, куда нам надо. Жаль, меня там не будет. Уж я бы постреляла. За своих. Твое время еще придет, Хоторн. Жду не дождусь.
Мы почти в ангаре. Тумас уже знает, что за ним пришли. Готовьтесь к теплой встрече. Холидей, ты сможешь помочь? Возвращаюсь. Вот только сброшу с хвоста пару уродцев из Легиона. Подмогу вызывали? Дело сделано. Теперь иди и разберись с Тумасом.
у нас есть коды, а Тумас мертв. Все сделано. Отлично. Теперь на базу. Найдите его корабль и отправляйтесь на Всемогущий. Мы на вас рассчитываем. Нехилую работенку ты проделала, Страж. Я всем расскажу. Тумаса больше... На этой базе корабль Тумаса Несломленного. Только так мы доберемся до Всемогущего незамеченными. Вам придется его украсть. Экстренные новости. К нам идут падшие. Видно, с первого раза не понимают. Эти падшие гнусные стервятники. Вечно налетают, когда их не ждешь. Как варлоки, когда я... Продолжай. Да я... Нет, я... Я закончил. На посадочной площадке остался лишь один корабль. Должно быть, это корабль Тумаса. Доберись до него, пока не поздно.
Путь свободен. Теперь подведи меня к кораблю Тумаса. Лас, сейчас мы его позаимствуем. Прикрой меня! Нужно выяснить, как это работает! Защищай корабль! Крики боли? Ты еще жива? В отличие от некоторых, страж может управиться с вражеской техникой. Эй, этот телепорт был по-вексовски мудреный. Вся надежда на тебя. Уничтожь орудие всемогущего. Положи конец угрозе, нависшей над миром. А мы тем временем подготовимся к решающему сражению за город. Песенка Гоула спета.
Отряд завала окружил город и готов к наступлению. Но прежде всего мы должны обезвредить орудие. Так что жду твоего сигнала, напарник. Мы на всемогущем. Отлично. Необходимо пробраться к центру корабля и обезвредить его боевой комплекс. Лучше всего следовать за потоком топлива. Оружие уже активировано. Мы опоздали? Еще нет. Необходимо разорвать связь между Всемогущим и Солнцем до того, как он разрушит его магнитное поле. И мы услышим бабах.
Наши силы прибывают к городским стенам. Атака начнется по твоему сигналу. Будет сделано, командир. Тот туннель должен привести нас в сердце корабля. Тупик. Можно пробить путь буровыми машинами. Кажется, топливом Красному Легиону служит целая планета Меркурий. Хищническая эксплуатация Солнечной системы? А это впечатляет. Он радиоактивен и нестабилен. Не стоит находиться рядом с ним слишком долго. Похоже, техника Красного Легиона питается от термоядерных батарей. Подключай, запустим эту штуковину.
завала. Команда на позиции у периметра города. Так точно. Приготовиться к тишине по всем каналам. Красный легион не должен о нас знать. Единственный путь к нашей цели лежит там. У нас получится. Держись в тени! В тени! Наши пути расходятся, Страж. Ты знаешь, куда идти. Наша помощь тебе не нужна. Если мой путь оборвется сегодня, я уйду счастливой.
Эй, Хоторн говорит, что мы приближаемся к точке входа. И я не мастер прощальных сцен. Сделай то, что требуется. Ты смотри, там не помри. А то кто над моими шутками смеяться будет? Видишь те трубы? С их помощью мы достигнем ядра орудия. Thank you.
не была. Перехватчики. Они что, хотят, чтобы мы все тут взорвали? Ух ты! Просто... Теплообменники. Выведи их из строя, и оружие перегреется. Один есть! Должен быть у ядра.
повышается, но этого мало. Надо остановить работу ядра. Мы перегреем резервуар! Молодец, полковник. Какой это? Уже седьмой? Да, кому нужен свет, когда у тебя есть пернатый друг? Я прав? Ты знаешь, что я прав. Я прав. Ага. Да, в этой точке я установлю телепорт. Завалы и Кора уже на своих позициях. Завала, мы на позиции. Как и мы. Икора, можешь начинать. Есть. Сейчас рванет. Наш выход. Завала, мы подъезжаем. Так. Почему я всех стражей нахожу на земле? Где Кейт? Если он следует плану, как раз там, где и должен быть. Мы поможем вам с Икорой подняться наверх. Так, новый план. Я займусь этим, а вы идите. Икора, Кейт на месте, я скоро буду. Удачи, Страж.
Гоул, враг атакует город. Всемогущий потерян. Потерян? Как это возможно? Уничтожен. Тем самым стражем, который как-то вернул себе силы и втоптал в грязь наши войска во всех уголках этой системы. Ты бы знал это, не теряй ты попусту время на общение с машиной и существом, которое якобы говорит с ней. Следи за Тоном, консул. За Тоном? Мы не можем достичь цели, захватить эту силу и освободить Кабал. Впервые за всю великую историю Красного Легиона крах! И все из-за тебя и твоих увлечений. Посмотри на своего странника, Доминус. Клетка готова. Время пришло. Возьми то, что по праву твое. Получи эту силу. Скажи мне, глашатай, чего еще хочет от меня странник? Гоул, я говорю за странника. Но странник не говорит со мной. Хватит этой одержимости. Ты уже был избран не какой-то мертвой машиной, а мной. Я выбрал тебя, когда нашел тебя. Помни, кто ты, что ты. Ты же Кабал. Кабал не ждут милости. Ты возьмешь свет, исполнишь свою клятву и отомстишь за меня, как и обещал. Посмотри на меня, ученик. Посмотри! Я выполню клятву, мой друг. Я Гоул, и свет будет моим.